Безукоризненный профессионализм. К этому стремится ивановский живописец Владимир Котин. В малом зале Дома художников открылась его персональная выставка. В экспозиции представлено более 40 работ, пейзажи, натюрморты, портреты. Все полотна выполнены в единой акварельной технике. Ну, я бы сказал, что мастер такой очень серьезный, давно и много занимается акварелью. И не изменяет ей. То есть вот на протяжении лет 40 он этим занимается и поэтому достиг больших результатов в этой технике. Владимир Котин предпочитает работать методом нанесения красок на сырой материал. При этом необходимо точно подбирать цвет и тон. Привлекает художника непредсказуемость. Пока работа не высохнет, оттенки могут измениться. Не менее интересны сюжеты, представленные на полотнах. Живописец выбрал несколько серий. Одна из них – христианской тематики. Но они как бы, это не икона, а как бы, ну, переработка, что ли, этого мотива. Например, вот, например, у нас самая главная работа, вернее, висит битва сульцевцев с нарговгородцами. Дело в том, что наши воевали все время, междоусобные войны были. Ну, как вот сейчас, это очень актуально для нашего времени. Отметил в своих работах Котин и традиционную тему русской земли – Ростов, Суздаль, Владимир, Дунилова. В путешествиях по стране художник фиксировал великолепие архитектуры и красоту природы. Одновременно грустное и в то же время такое очень нежное, красивое настроение. Вот оно в унисон с этой выставкой. Я смотрю, прекрасные совершенно работы, удивительно такие нежные, какие-то открывающие, я бы сказала, дыхание весны. Полотна мастера выставлялись в музеях России и Германии. Более 200 работ находятся в частных коллекциях по всему миру. Ивановская публика сможет по достоинству оценить нежную акварель в малом зале Дома художника. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.